have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Посмотрите на эту зомбю, которая любит барбекю. Нашли, значит, прикольную игрушку. Она наподобие Horrific Housing. Да, кот нашел, очень хотел поделиться с вами, поэтому сегодня мы здесь. Как выражаясь языком Steam, у нас сегодня Midweek Madness, да? Да. Можно провалиться в колодец? Можно. А как отсюда выбраться? Ну, это... Я в катку попаду или нет? Попадешь. Тогда хорошо. Так, секундочку. Сейчас голосование будет. Ага, секунду. А, кстати, голосование, надо куда-то заходить, оно просто на экране появится? Просто на экране появится. Хорошо, супер. И... Хочу бейсплейт. Хорошо, я тоже на ней проголосую. Ну, поровну, да блин. Последний голос был за это, поэтому... I like давай trains. Поезд. I like trains. Trains. Надеюсь, мы будем вместе. Сейчас посмотрим. Average played game. О, привет, зомбя, да. Вниз стоит спускаться или нет? Ну, смотри, не ходи на это, не ходи по полу. Я понял. Кстати, ощущение такое странное. Ты не думаешь, что поезд стоит? Я думаю, поезд не двигается. Что, просто все вокруг двигается? Да, ты посмотри. Блин, ну сейчас локомотив исчезнет, это будет печально. Я пойду в этот вагончик. А что это за солнце так ударит это молнией? Портал. Отлично. Это портал. Тут черный олень какой-то. Ах ты ж, ёпрст! Не трогай черного оленя, он олень. У, ты получил вещь какую-то. Смотри, бей чуваков на другом вагоне. Меня таким же бомбанули, по-моему. Я могу еще так делать? Я застрял. Я в бутылке колы, помогите. О, я выбрался. Так. Что это? Стрелы? Фига себе. Почему да, стрелы? Им ящик выпал. Не знаю. Ящик. А как этот чувак по полу прыгал за ящиками и не сдох? Ну, ты получаешь урон, когда по полу передвигаешься. Ты можешь, блин, конечно, на горит. Другой вагон перейти, но это рискованно очень. Тебе может унести. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут все против всех или я не понял, что происходит? Да, тут free-for-all. Бей кого угодно. Тогда почему ты говорил по соседнему поезду стрелять? Зачем свой же поезд бить? Как это зачем? Блин, ко мне олень подошел. Ёлки! Да ну! У меня базука прилетела. Пока я рассматривал кожуру. 10-е место. Я получил 4. А ты-то как сдох? Базукой. А, то же самое. Ладно, давай на паузу до следующей катки. Так, ребятушки, вроде как у нас закончилась каточка внезапной смертью. Никто не выжил или кто-то один выжил, я не посмотрел? Кто-то один выжил. Кто-то один. Вот, черный олень. На самом деле паровоз мне понравился. Прикольная штука. Хочу еще, I like trains. Я хочу бейсплейт. Да, бейсплейт, базовый. Так, погоди. Ну ладно, давай базовый. Все за классику голосуют, а мне надоело. Я первый раз вижу классику. Так, букшелф, да, пожалуйста. Да, букшелф. Да ну, они хотят классику, еще раз. Нормал и классик, классик и нормал. Что может быть лучше? Это Horrific Housing. А дверь откроется? А, через... Нужно в нее войти. Ёлки, я ж так мог выпасть. Сиди а тут на крышу не зайдешь. Ну, можно, но это рискованно. Да я вижу. Мне тварь пытается вытолкнуть, пошла она. Ой, я вижу. Какая-то зомбя пытается... А, погоди, ты есть зомбя.
Чей-то домик прям рядом со мной. Я буду сидеть. Я хочу крейт. Нет, он улетел. Вот за ним улетел чувак. Что за нафиг? Что? Так, ребят, извиняюсь. Секундочку, технические шоколадки. Меня там прибило, когда я пытался спастись со своего дома, перепрыгнув на соседний. Ну, прибило, я упал, короче говоря. Там была гигантская акула. В общем, ну, не знаю, вы не особо ничего пропустили, но теперь мы наблюдаем за... Жесть всякое происходит. Барбекюшным китченезом, который зомби. Вот что мне делать? А что за корабль? Откуда он взялся? Ну, испытание такое, корабль. Вот что тебе делать. Это вообще как? Это вообще честно? Это законно? Подвинься, подвинься. Ты в утенке? Да. Он летает, он ездит, что он делает? Он стоит. Ты просто сидишь в утенке? Да, я просто сижу в утенке. Он существует. О, монетки. Ой, смотри, там написано Тикс, прикинь, и это хорошо. Надеюсь, я не сдохну. Как можно сдохнуть в утёнке? Видишь, он тебя защитил. Офигеть, не любит зомби в уточке. Да ну, он сейчас попытается меня убить. Да, но ты же в утёнке. Меня молотами кидается. А там у тебя коктейльчиками кидается. Он меня хочет убить, ах ты, гадина. Нафиг утенка. Что ему утенок сделал? Грубиян. Блин, это туалет с радугой. Ох ты ж я. Нет, на самом деле, знаешь... Ну. Это прикольная штука. Я сейчас на секундочку подумал, лучше ли это, чем Horrific Housing. Нет, да. Потому что оно по-другому. Оно офигенное, но оно по-другому. При этом Horrific Housing все равно остается отдельной игрой, потому что там своя атмосфера. Но вот то, что происходит здесь, это определенно новый уровень безумия, который, да, я хочу привнести в наши игры в Roblox. Тебе черный олень приплыл. Да ну блин. У него огнемет. Ну что я должен сделать? У него огнемет. Видимо, уже ничего. Все, тогда ждем следующей... Как я сюда попал? Ладно. Ждем следующей каточки. А, тут случайно выявилось так, я думал, что... Спасите пираты, пираты! Я думал, что котяра-то уже отъехал, а он каким-то образом выжил. И это все та же каточка, просто теперь мы продолжаем за ним наблюдать. Тут начался sudden death. Какой же трэш. Выживи. Survive. Что за кактус? Вырос да кактус, его кактус грохнуло сделал. Молнией. Что, блин? Офигеть, какая же тут жесть происходит. И это 20 секунд еще надо пережить? Да. Но это же импосибру. Ну, он не выживет, а я выживу. Ты последний на карте. Нет! 5 секунд не дожил. А, я первый! Я первый! Ты выжил? Я первый. Ты не выжил, ты просто последний, кто сдох, да. Офигеть! Я сдох медленнее, чем он. Это такое везение. Прикинь, что с тобой будет, если ты выживешь? Это же вообще, ты станешь королем этой игры. Блин, тут пойду такие окрестности офигенные. Тут есть азартные игры. Азартные игры — это хорошо, казино — это плохо. А, давай бейсплей все-таки. Блин, да все ну... в классику идут. Давайте тогда поезд. Диско! Диско! Диско звучит как Hotline. Это там такое. Так. Это что, мечта эпилептика, да, я понимаю? Так, становись на цвет. А, да, отлично. Розовый?
Да. Уничтожать зомбей, чтобы выжить? Ну как? Что я должен делать? Остановись на красное. Нет, оно сейчас пропадет. Сюда остановись, ко мне. А почему? То что же было красное? То, что сильно красное, оно скоро пропадет. Видишь? А-а-а. Оно упало. Там было написано уничтожать зомби, чтобы выжить. И ты зомбя, и на тебя нападает другая зомбя. Мне приходится бить своих же, понимаешь? Это нечестно. Ёлки-палки. Офигеть, ну вот как тут выжить? Никак. Толкай его, толкай его. Толкай в пропасть, да. Так его. Он... Слышь, мы да, сдохли. Да, нам надо было на синий, но туда уже было не добраться. Вот это, кстати, табличечка Юдайда, она из... Я второе место! Я выиграл. Вот эта табличка, где написано «Вы сдохли», она же из этого... Ragdoll Universe, помнишь? Эй, ты прав, очень похоже. Не очень похоже, это она же. Они чуть изменили размер, но это такая же табличка. Так. Эй, ты чё? Стадо. Баранов. Все хотят в классик. Трейнс. Даун. Айлендс. Чё им так остров понравился? Откуда мы будем знаешь? Сейчас играть сейчас в Корст Айлендс. Мы играем в Корст Айлендс. О, мы играем всё. В Корст Айлендс. А да. Почему у меня люди на моем острове? И чё это за мина? Бюджетно, понимаешь? Я уже сдох! Я кого-то убил случайно миной, да? Да ну, это ты был, что ли? Я сразу же сдох, я первый сдох как-то. Понимаешь? Чего? А, говорит, ты можешь зайти в воду, и у тебя будет бесплатная награда. А еще нажми Alt F4, чтобы быстрее грузилось. Да. Эти акулы, они да как? Отмечают. Иди под дерево. У меня его нету на острове. А вон, сзади. А, вон то маленькое. Бесит. Ты живой, не? Нет, я сдох. Я самый первый сдох, чтобы ты точно, понял. Точно, я протупил. Я заспавнился, сделал шаг, там была мина, я сдох. Все. Я наступил на эту мину, она взорвалась за моей спиной и убила кого-то на моем острове. А второй чувак, он все пытался продать мне идею, что я могу пойти в воду. Добрый. О, видишь, что с ним происходит? Их едят акулы. Ну, правильно. Да. Ты превращаешься в кошачий корм. Вкусно, никакой шкуры, никаких рогов, сразу мясо. Фигли, ты вынырнул. Какая быстрая катка. Очень. Рематч. А, что с этой уткой? Что с этим чуваком? Почему он такой грустный? Почему на нем кельтский надпись? Вот этот вот. Эй, ты прав. Почему он такой грустный? А, не было времени, чтобы среагировать. А, поэтому он грустный. Well. Я все так же голосую за бейсплейт. Офигеть, что за стадо баранов? Давай хайтс? Да, давай высоты. Так, нужно молиться, чтобы я был на самом верху. Да, я на самом верху. О, нет. Я в кольце огня. О, привет. Привет, кольце огня. Я барбекю. А, ты вот это вот вижу. Ну-ка. Вот фига себе у тебя пьедестал. Нет, ящик. Зачем ты упал? За ящиком. Офигеть, что там выпало? Бомба. Ну просто бомба. Я ей убиваю чувачков. О, я убил одного. Чел, я не уверен, что это стоило падения. Я пытаюсь забраться.
Знаешь, какие не люблю паркур в Роблоксе? В смысле? А как? А почему? Тут есть фол дэмэдж? Нету, фух. Нету. Я только полез по ступенькам, и эта фигня расширилась и вытолкнула меня. Ого. Челу прям на голову упал ящик, и он его получил, у него бумеранг. Блин, больно. Он просто в меня пуляет бумерангом. Нафига я выпрыгнул ради какого-то ящика? А чел меня пытается убить бумерангом, ну твою же за ногу, ну... Зачем тебя пытается убить? Потому что у него есть бумеранг. Да блин, что я должен делать? Восьмой, Карл! Так... А там что-то внизу. Кстати, может что-то купить. Давай за тобой понаблюдаю сейчас. Зачем ты сюда прыгнул? Я не знаю. Зачем ты ищешь свет в бездне? Слушай, тут что-то вообще грустно, ни у кого нет. Да все, ты обречен. Спасись. Что тут делать? Ты мне сейчас стал показывать. Я решил понаблюдать за тобой, и ты мне показываешь обалденный геймплей. Спасибо. Помогите. Я пошел наблюдать за грустным монахом. Можешь стать призраком и сам играть. Так, помогите. А что мне для этого надо? Смотри, заходишь в зелененький портал, который в лобби. А, серьезно? Так, а... Нет. О, чувака убили, что ли? А в зелененький портал, который... А, вот этот, ух ты, прикольно. Это дверь в Afterlife, да? Привет. Да. А почему здесь? Почему меня кинули к тебе? Какого фига? Я сюда не выберусь, блин. Смотри, тыкаешь на это, тыкаешь на кнопочку Spectate, и там будут всякие другие кнопочки. Я такая знаю. Стрелочка вверх. Можешь телепортироваться к другим. Утка. Отлично. Мастер. А, вот, я к монаху грустному телепортировался. И нафиг я выпрыгнул. Да кто ж тебя знает, он меня видит или нет? Он тебя видит, он видит твой силуэт. Ага. Привет, чувак. Сковородка на голове. Я хочу, чтобы меня поменяли местами с каким-то игроком, который не будет падать. Уточка, блин, скотина, убил меня бумерангом. Так бы его. Что же я буду делать? Человек станет стронг. Это не я. Это уточка. Это уточка. Так его через так. Кто-то получит зонтик. А зачем зонтик? Дождь не вредит или вредит? Смотри, зонтик, он позволяет тебе медленно, медленно прыгать, ну, медленно падать. Очень сильно спасает в некоторых ситуациях. Вот чувак с сковородкой на голове получил зонтик рядом со мной. О, я его вижу, я вас вижу. Дайте мне этот лутбокс, прошу. Он летит к монаху. Да ну его. Чертов монах, ресторан. Три человека дайте осталось. Мне. Погоди, а как? А, нет, шесть. Понял, все, кто-то сдох. Это не сколько умерло, это сколько осталось. Пять человек. Так еще дофига осталось. Ладно. 5 из 9 не сильно. 4 из 9 уже половина. Это мало. Ладно, тогда я, наверное, пока что поставлю на паузу, вернемся, когда будет каточка. Так, получилось, что котяра выбрался из того места, блин, что за фигня. У нас там воздушный шарик, тут утенок, тут еще что-то, и у нас начался раунд Sudden Death, внезапной смерти. У меня огнемет. У тебя... Ты Ганс? Да. Как думаешь, мне стоит забраться туда вверх? Я не рискнул бы, потому что я пытался и чуть не упал. Хорошо. Ты прав. Вот он, черная дыра. Прыгающий грибок, ТНТ. Гаси. О, у меня банан. Супер, вон два чувака внизу дерутся. О, давай я им помогу. У меня как раз есть пулемет. Обоим помогу. Ты не достанешь, по-моему. Не рискуй. Дай-ка попробую. Нифига себе у него рейндж. Да, рейндж хорош, но я не уверен, что ты достаешь. Я достаю, чувак. У меня просто пушка с фаерболами. О, нет.
Блин, нужно укрытие, нужно укрытие. Я ж сдохну нафиг. О, спасибо. Но это не укрытие, спасите, я сдохну. Меня черная дыра бьет. Укрытие есть, а черная дыра бьет. 5 секунд. Я сдох. Какое это место? 4-е. Меня точно тэпнуло 4 раза. Блин, там 4 человека осталось. Ладно. Так, ребятушки, возвращаемся на следующую карточку. Все идут за классик. Я уже даже не голосую, потому что, по-моему, в данном случае ничего не изменится. Давайте Блин, я бы букшел взял, но все идут на вулкан, потому что 20% больше денег. Да. Все гонятся за деньгами. Капиталистический мир. Жадно. Мне так не нравится то, что тут будет. Что происходит? Исчезающие. Так все же сдохнут. Офигенно. Это нифига не весело. Вообще ни разу. Где веселье? No fun here. Only fear. Вулкейно. А как? А зачем? Опа! Акула! Акула! Что она там делает? Маленькая пасхалочка из 40 байта. Да. Что там делает акула в озере? Ну ладно. Staying alive. Блин. Солнце. Солнце. Бон, нет, чел, прямо на меня идет торнадо, что я буду делать? Уходить прямо от него. О, теперь он к вам идет. Спасибо. 2 солнца. Блин, что за? Это же с Футурамы. Офигеть, как мне везет, меня ничто не трогает. Ёлки, стой, не бей меня, пожалуйста. А как мне? А ты где? Нажать на И, чтобы выпить, но оно, видимо, закончилось, раздача этих. Жаль. О, я высокий. У нас бочонок с чем-то здесь на этом. Ты живой, не? Я живой, вон, я самый высокий. Я тебя пока что не вижу. У нас тут еще все, до свидания, я улетел. Зачем? Я случайно, у нас по плейту ударило какой-то. Я третий! Ой, я первое место занял. Я не хотел, простите. Погоди. То есть сначала сдохли те двое, которые были на плейте от взрыва, и только потом я упал, и я, получается, был третьим. Ха-ха. Ладно. Буду играть сапёра. Давай еще раз. Давай. Еще одну карточку. На самом деле, мне тут очень понравилось. Мне тоже. Место офигенное. Бейсплейт. Неужели она выиграет? Да ну, наконец-то. Да, твоя ставка сыграла. Уху. И... Голосуем за Луну. Давай Мунь. Мунь. Луна. Average plate game. Офигеть, реально Луна. Реально Луна, и тут low gravity. Ага. О нет. Огромный кусок лего с low gravity. Чел, лучше прыгать. Это рандом гир. А, тут еще и свипер, оно крутится. Что не, это ну свипер это подло. Очень. Хорошо то, что можно высоко прыгать. Я горю! Будь как самурай Джек. Какой нафиг цунами? Вы что? Ну можно зачем же высоко тебе... прыгать. Зачем вода в космосе? Ну цунами только зачем на часть. Пираты! Как попасть на корабль? Ну, прыгаешь на него. Ты же не допрыгнешь. Ну, можно допрыгнуть. Я тебе даже покажу, как я допрыгиваю.
Но, чел, я бы не рисковал. Просто был вот так близок. Yeah, boy. Но ты смотри, корабль в какой-то момент пропадет. Ты поаккуратнее. В смысле, а как это будет видно или не видно? Это не будет видно. Я тогда займу high position. Так же, как вот этот вот чувак, например. О, тут дерево. Чел, запрыгивай на это дерево, тогда свипер тебя не будет трогать свипер. Блин, тебе бы зонтик. У тебя бумеранг. Не издеваешься. Да, у меня бумеранг. Я не знаю, что с ним сделать. Все просто выпрыгивают, понимаешь? Я кидаю в них бумеранг, они упрыгивают от меня, смотри. Блин, молодец. Я не это хотел показать. У меня одна хп, блин. Хилься. Я сдох. Меня убили бумерангом. Как только я начал хилиться, меня убили бумерангом. О, корабль залетел на спаун. О, привет. А я реально могу на нем стоять? Я тоже. Заберите в катку, пожалуйста. Только в качестве призрака. Нет, я в катку хочу. Катку, пожалуйста. Не бросайте меня. Блин, корабль, залетающий на спаун. Это неплохо. Ладно, ребятушки, думаю, на этом будем заканчивать. Прикольно получилось. Чуть дольше, чем обычно, но я думаю, никто не в обиде, потому что реально прикольные вещи происходят. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующий раз. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.